Шахназаров высказался об уволенных из московских театров худруках «Бурление светлоликой совести». Райхельгаус уволен из театра «Школа современной пьесы». Агранович уволен из «Гоголь-центра». Рыжаков из «Современника». Отныне трясти нецензурное слово. С табуретки можно будет только на театральных квартирниках. Завтра ожидается бурление светлоликой совести, высказался Шахназаров в своем телеграм-канале. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии.